Вот такая морковка у меня выросла прямо в холодильнике. И все из-за того, что я принесла ее с базара и благополучно забыла. Хотела помыть ее сразу. Накрыла ее пакетом. Боялась, что она высохнет, а она вот проросла. Я ее помыла, чтобы показать, какие ростки длинные стали. Как ее хранить, я вообще без понятия. Пробовала сразу, приходя с магазина, ее помыть, высушить и положить в пакет. Она гниет. Без пакета она сморщивается и вянет. Может быть, из-за того, что холодильник у нас плохо охлаждает, дверца плохо закрывается, и, видать, слишком высокая влажность. Может, из-за этого. Как сохранить морковку, чтобы она хоть как-то дольше полежала, я не знаю. Раньше такого не было. Раньше морковь положишь, она лежит. Теперь же, вот, я ее кладу на газетку, чтобы лишний конденсат в газету уходил. Она еще более-менее вот так вот хранится. Я ее не мою, потому что она чернеет. Вот это хоть сверху она немножечко так подвяла, вроде бы так, но внутри она очень сочная. Вот как она была в песке, покупали ее, так вот я ее и оставила. Картошка ничего, лежит вроде бы. А морковка вот начинает прорастать. Вот внутри она сочная морковка. Как ее хранить, я даже не знаю. Может быть, кто подскажет?